2-2. А ведь тройной блок, да, мы видели это. И вновь первый темп от Польши. На сей раз уже нас не проведешь. Готовы были наши к этому взаимодействию. И передача в Мачаве хорошо страхуется. Атаки жалко не будет. Но надо отбиваться. И вновь через центр своего сборной Польши пытается завершить ситуацию. Было смягчение блоком, появился шанс играть в защите. Ну вот мы говорим, да, о быстрой игре сборной России. Просто для нас это, да, не совсем, что ли, привычно. Вот сейчас обратите внимание, по последнему было розыгрышу польской команды. Видно, что она, в принципе, примерно в такую же игру играет. Это просто требование современных реалий.